30-ю годовщину принятия Конституции России 11 юных граждан нашего округа вместе с родителями были приглашены в администрацию Красногорска для вручения в торжественной обстановке подросткам первых в их жизни паспортов. Основные документы ребята получили из рук главы муниципалитета. Этот факт запомнится надолго, как и напутствие руководителя округа. Дмитрий Владимирович, отметив важность события, напомнил сегодняшним школьникам, что важны не только гражданские права и обязанности. Мне кажется, самый главный документ вашей жизни вот здесь. Сердце, душа, вы как человек. Я вас хочу поздравить, поблагодарить и сказать, что вы большие молодцы. И у меня нет сомнений, ну, по крайней мере, я уверен, смотрю в эти глаза, несмотря на то, что родители за вас волнуются, но вы их не подведете. Первой для получения паспорта на сцену актового зала администрации поднялась Анастасия Артемьева. Она пока еще не решила, кем хочет стать, но все свободное время посвящает написанию текстов. И, возможно, документ сегодня принимает будущий известный писатель. Этот день девочка запомнит навсегда. Это очень важно для меня. Это первый в жизни мой важный документ, паспорт. Это большая ответственность. Среди тех, кто получает паспорт, и Елена Корнеева. Она хорошистка, любит обществознание, математику и русский язык. Семиклассница уже уверена, что станет актрисой, поэтому выход на сцену для нее привычен. Хотя сегодня повод еще более волнительный. Для меня значит, что я несу, получается, ответственность за свои действия и должна полностью знать законы, знать законы и их, получается, исполнять, чтобы не нарушать и быть отличным гражданином. В завершение мероприятия ребята торжественно пообещали чтить память героев нашей страны, своим трудом укреплять авторитет Родины и всегда следовать основному закону – Конституции России.